Оплатить коммунальные услуги, купить продукты домой, сходить в гости и провести время с друзьями. Основные расходы, которые покрываются за счет пенсии, рассказывает жительница Самары Ольга Русских. Раз в год она даже выезжает на теплоходе по Волге с бывшими коллегами по работе. Ежегодная индексация вручает, отмечает Ольга. Средняя пенсия растет и появляется возможность небольшие суммы откладывать. Индексация скоро будет наших немножко пенсий. Это очень радует, потому что все, конечно, очень подорожало. Особенно продукты питания. Поэтому я очень буду рада, если хоть немного, но повысит наши пенсии. В этом году россиян ожидает не совсем обычная индексация. По инициативе президента Владимира Путина в 2022 году средний размер страховой пенсии вырастет. Глава государства поручил правительству в самое ближайшее время проиндексировать выплаты выше инфляции на 8,6%. Таким образом, средний размер страховой пенсии по стране составит порядка 19 тысяч рублей. Это повышение коснется почти 40 миллионов россиян. По оценке экспертов, в текущем году на индексацию потребуется дополнительно свыше 170 миллиардов рублей. До момента принятия соответствующих решений жители страны получат пенсию, проиндексированную на 5,9%. Кроме положенных пенсионных выплат, самарцы и жители области в январе получат еще и социальные. Их также направят из пенсионного фонда. В начале текущего года структура расширила перечень мер соцподдержки. До 1 января их предоставляли органы социальной поддержки населения. Речь идет о 5 категориях граждан. Это неработающие граждане, имеющие детей, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, реабилитированные граждане, военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и инвалиды, в том числе дети-инвалиды, которые по медицинским показаниям имеют автотранспортные средства. Как отметили в региональном отделении Пенсионного фонда, новые дополнительные функции и бюджетные полномочия в части мер социальной поддержки позволят максимально оптимизировать работу в области соцвыплат. В стране внедрят единый подход в реализации мер соцподдержки. Это повысит качество предоставления услуг. В Самарской области первые выплаты по переданным Пенсионному фонду мерам поддержки жителям начали выдавать уже с 15 января. Специалисты определили график. В период с 15 по 31 января 403 жителя региона получат выплаты через отделение почты на дом, а с 17 января перечисления начнут производить банки. Здесь количество получателей больше – 16 404 человека. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.